Начиная высаживать детку, развела биомастер. Вот. Очень он мне понравился. Думала, куда его применить. Боюсь, помидоры, в огурцы, в рассаду. Думаю, в детку. Вот. Сегодня у нас 6 уже апреля. Буду высаживать контейнеры такие. Я высадила вот в такие торфяные горшочки. У меня так моя знакомая Галина Михайловна высаживает по 5 штук. Вот так, раз, два, три, четыре и вот здесь пятый. И потом она их прикапывает на свою грядку. Вот, три. Здесь у нас сорт рябина на снегу. Рябина на снегу. Вот у меня уже только для тебя три контейнера и душа моя высажены. Сейчас буду высаживать другой сорт. Ну, смотрите, пробуем биомастер. Я начинаю высаживать детку. Высадила только три сорта, 15 штук. Замочила вот фитоспорине деточку. Палочка для суши. И делаю такие отверстия, 5 штук. Мне очень понравился этот биомастер. Я сейчас нашла раскладку томатов, которые у меня уже выросли. И я, наверное, сейчас эти томаты высажу. Вот эти. Вот. Высажу в экспериментальный этот грунт биомастер. Так. Вот. Крупные детки я в серединку буду. А по бокам буду брать вот такие маленькие, высаживать. Корешки. Чехлик. Вот такой чехлик есть. Это верхушечка. А здесь непонятно. Ну, вот так, наверное. Видно, хоть куда сажают. Палочкой. Сами разберутся. Сами выпрямятся. Жить захотят, вылезут. Не захотят, значит, нечего им тратить время, ресурсы и землю с удобрениями. Сорт называется Viva Italia. Это поставщик из Могилева у меня женщина. Так, все. Вот так. Растите здоровенькими и красивенькими. Крупная, чтобы луковица была. Только луковица крупненькая. Так, и вот здесь у меня как раз осталось. Смотрите, вот такой бочоночек посерединке, и туда его палочкой. Вот это тоже туда. Аккуратненько. Так, это какой-то грушевидный, что ли? Ну вот это. Так, наверное. Так. Где попочка, это там корешочки выйдут. Потом. Так, что тут у меня? Остается две луковки, их надо распределить будет как-то. Сюда, вот. Растите крепенькими, красивенькими, здоровенькими. И чтобы крупные были. Сейчас мы одну сюда поселим. Так, вот думаю. Ну, луковица там сама может, если что, перевернуться. Это я уж так дотошно все делаю. Вот, высадила еще один сорт, называется Viva Italia. Уже час ночи, уже на работу пора спать ложиться. Через 7 часов. А я фигней занимаюсь, детку высаживаю. В общем, вот такая. У меня сегодня работа, и еще надо сейчас высадить крупные томаты. Вот буду высаживать в такие 300-литровые стаканчики. Смотрите, что у меня вырос. Я думала, я потеряла мою карту технологическую. Сержант Пеппер, вот это. Дальше, вот этот хиляк ранний,
Будем брать вот этот экземпляр, красивый который. Горы ливанские, оба замечательных ростка. Будем забирать два раз. Фиолетовая тыква, превосходная. Ой, не садить бы, перепоказать. Смотрите, фиолетовая тыква какая. Где бы показать? Вот. Раз сеянец, два сеянец. Дальше посерединке у нас индийское мясо. Раз. И вот второй, он не раскрылся, космонавт. Да и этот тоже что-то не хочет. Сейчас поможем. Кесарево. Так, алые свечи. Вот эти. Маленькие. Дальше Ольгин подарок. Так, алый. Это индийское мясо, это алые свечи, это Ольгин подарок, это негритенок и смесь. Тут какая-то, которая вообще не взошла, ни один не зашел. Просроченные семена, может быть. Наполнила я стаканчики свои. Они у меня 300 миллилитров. Сейчас буду вот этих товарищей высаживать. Стаканчики. То есть выдавать им новые ордера на квартиры. Все, пошла делать. Ну что, высадила я свой отряд храбрых и верных томатиков. Все получили квартиры. Я за них всех рада. Вот, отвезу завтра к маме на окно. У нее широкое окно, широкий подоконник, поэтому они будут там жить. Высажена в Биомастер. Мне очень он понравился. Я поеду в Леруа. Если не раскупили, еще куплю.